приехал в Севастопольское отделение КВЦ. Вот. На реабилитацию. Вот такой модный. Мы сейчас собрались немножко погулять. Это новая клиника. Очень красивая. Здесь все новое. Абсолютно новое все оборудование. Вот нам уже сделали рентген. Моментально все показали. Очень все красиво. Очень довольна. Ну, те же врачи, с которыми мы знакомы в Севастополе, в Симферополе. Поэтому вот, Мася, всем спасибо. Передаем привет. Мы вас любим, мы будем стараться, все у нас должно быть хорошо. Вот, врачи и мы, никто в обиду Масе не дадут. Вот, мы очень стараемся с 9 мая карабкаться за жизнь. Ну, у нас получается, потому что состояние тяжелое, было крайне тяжелое. Вот, но результат уже налицо. Кушаем мы замечательно. Боже, и собаки даже здесь знакомые. Алло, все. Алло, так и... Чизючка, да? Кэри. Кэрюка. Ушко, да? Ушко. Полежи. Масику, полежи. Что, вот такая. Масик. Масик. Севастополь. Занимаются. Масик, на реабилитацию приехали, да? Да. Куши, 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 куши меня. Куши, куши. Куши. Сейчас пойдем погуляем. Такие штучки всякие, видите? С иголочками. Это наши. Да, Мася кушает. Кушает. Неплохо. Что там? Сейчас, зайка. Ой, друзья у Масика там есть. Да? Друзья у Масика. Подожди, 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 подожди. Сейчас я ложечку заберу. Подожди, подожди, Мася. Видите, как он уже одну скушал. Вот. Давай. Обжоркин маленький. Кушает хорошо. Напугал, конечно, он, когда его привезли в Севастополь. Вот. Вот. И то ли стресс, то ли что. Он как захрипел. Все врачи на ушах. Вот. Куси, 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 куси. Сейчас пойдем погуляем чуть-чуть. Доктор наш сегодня сюда из Симферополя приехал. Заходил уже. Кусей, кусей, кусей.
новая клиника в Севастополе, да. Вот здесь такое современное оборудование, все новое. Нам же они, врачи, испугались, и сразу быстренько его на рентген, и мне все показали. В общем, есть в легких такие очаги, ну, воспаление у него еще было, да. Вот. Но они же, рубцы остаются, да, кущи. Вот. Поэтому... Всякие коврики, маски для назначения, да, вот такие вот штучки всякие есть. Это капельницы, аппарат для капельницы. Маски для назначения, с таблетками приехал, да. Вот. Да, можете, кто не верит,